Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очередной ролик от подписчика. Подписчика, который хочет вступить в закрытую группу бесплатно. В группу, где я на каждую новую неделю выкладываю новый план тренинга по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. Вы тоже можете, сняв подобный ролик, вступить в мою закрытую группу совершенно бесплатно. Всем привет! Меня зовут Лена. Сегодня хочу показать вам одну из моих тренировок. Начнем мы ее с 8-минутной разминки на гребном тренажере. А тем временем я буду вам рассказывать свою историю, как я пришла в тренажерный зал. Я начала заниматься 6 лет назад, когда после появления ребенка мне поставили диагноз – 2 межпозвоночные грыжи в крестце. Боли были сильные. Я начала заниматься в центре Дикуля и ходила на йогу, и училась жить с грыжами. По-другому и не скажешь. После разминки я делаю экстензию, 4 подхода по 12 раз с весом 10 кг. Следующая ступень в спорте – это были занятия бодипампом. Я была уверена, что я на правильном пути и упорно ходила 2-3 раза в неделю на занятия целых 2 года. Боль в спине не уходила, тело не менялось, всегда было чувство усталости. И тут я начала думать и искать информацию. Выбрать было нелегко, но я рада, что остановилась именно на сайте и канале Егора. Следующее упражнение – это приседы, и как же они мне даются нелегко. Но Егор говорит «надо», значит «надо». Я ему полностью доверяю. Я выполняю приседы 4 подхода по 10 раз с маленьким для меня весом 15 кг. Выполняю и понимаю, что делаю неверно. Егор, как всегда, оказался прав. Хочешь увидеть все свои недостатки, сними себя на видео. Но я не сдамся и буду учиться дальше приседать. После моих любимых приседов я иду делать сгибание ног в тренажере. Также выполняю 4 подхода по 12 раз с весом 20 кг. Мои знакомые часто спрашивают меня, зачем я хожу в зал заниматься с больной спиной. Ведь все уверены, что тренажерный зал сделает только хуже. Ответ простой – мне стало намного легче. Следом делаю подтягивания 4 подхода по 15 раз. Огромное спасибо вам, Егор, за ваши труды и наши спасенные спины. Уверена, я не одна такая. Я стала лучше спать и легче вставать по утрам. Спина стала реже меня беспокоить. А дальше самое интересное. За что огромное спасибо Егору. Это гиперэкстензии. Мне кажется, что именно это упражнение помогает мне не выйти из строя. Делаю я его иногда по 3, иногда по 4 подхода, по 20 раз. И задумываюсь о том, что уже пора приобрести утяжелители на ноги. И в конце я обязательно делаю заминку на велотренажере. Ну и без растяжки никуда. После тренировки я делаю такую растяжку, насколько хватает мне времени. Но каждый вечер дома я делаю целый комплекс упражнений, который показывал Егор на своем канале для спины. И также качаю пресс на фитболе. Канал и сайт Егора я изучаю чуть больше года. И по-другому это не скажешь. Изучаю. Столько много полезной, ценной и новой для меня информации я там нахожу практически каждый день.
Я часто пересматриваю видео и читаю его статьи по два, иногда бывает даже по три раза, чтобы вся информация уложилась в голове по полочкам. Желаю вам, Егор, и всем нам здоровья, а каналу процветания и благодарных зрителей. Ну и какая же тренировка в конце без банана? Всем пока! Надеюсь, вам понравился ролик. Обязательно поддержите человека лайком. Хейтить и критиковать умеем мы все. Перед тем, как кого-то критиковать, попробуйте сами сделать что-то подобное. А потом вы уже будете иметь полное право оставлять свои критические комментарии. Если ты еще не успел снять свой ролик, не переживай. Парень ты или девушка, снимай свою тренировку. Лучше, конечно, если это будет тестовая тренировка. Присылай ее мне на почту. Единственное условие – снимай качественный ролик, не вертикальное видео, только горизонтальное, чтобы в кадре было интересно вас смотреть, наблюдать, чтобы качественный получился ролик, чтобы вас было интересно смотреть. И, естественно, расскажите о себе, расскажите о своем подходе к тренингу, расскажите о том, какие мои советы вам помогли, если помогли, и расскажите о негативном опыте от моих советов, если, не дай бог, такие есть. Каждый, кто пришлет ролик о своих тренировках, каждый, кто сделает его качественно, получит совершенно бесплатно, повторяюсь, доступ в закрытую группу тренировок, где на каждую новую неделю выкладываются тренировки отдельно для парней, отдельно для девчонок по принципу периодизации различного типа мышечного волокна. И вы уже больше никогда не будете безграмотно тренироваться, тратить свое время и деньги впустую, работая неизвестно с кем, неизвестно по каким программам. Присылайте ваши видеоролики вот сюда на почту. Жду ваши видео. Надеюсь, друзья, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх, пишите, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите обязательно, что не понравилось. И в любом случае, не забудьте поделиться данным роликом со своими друзьями у себя в соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.